Здравствуйте, мои подписчики, ну и те, кто просто попал на канал. Хочу немножко коротко рассказать о кремниевых наших телах новых, которые происходят, о процессах, которые происходят в нашем теле. Очень многие замечают, что иногда охватывает какой-то сильный жар тела, который сменяется иногда холодом, который изнутри исходит. И ты чувствуешь, что в помещении тепло, где ты находишься, а тебя знобит, и тебе хочется что-то одеть на себя теплое или выпить чай. Чай, конечно, помогает, особенно чай с имбирем. Имбирь, он разогревает изнутри, и тело согревается. Но я хочу сказать о симптомах этих, почему они происходят. В медицине, если пойти к доктору женщине после 40 и даже после 35, то врач скажет, что, ну извините, значит, у вас ранний климакс. Вот. Ну, медицина, да, она все объясняет так, как ей нужно объяснять. Многомерные вещи она традиционной медициной объяснять не станет. Так вот, этот климакс сейчас и у 13-летних, и у 85-летних происходит. Люди, которые чувствительные, очень чувствуют процессы в своем теле, они замечают это состояние, и эти состояния стали усиливаться. Ну, потому что уже многие ученые, такие как академик Валентина Миронова, они объясняют уже о том, что частотный фон нашей Земли официально, он очень поднялся. Было 7,8 Гц, а сейчас уже за 40. А бывают дни, о них много говорят, конечно, эзотерики, но бывают дни, когда и 100 Гц. Тогда очень у многих вообще болит голова, и они лежат либо в жару, либо их целый день знобит, и они вообще не знают, что с этим делать. Так вот это и есть то состояние. Но единственное, чем можно себя успокоить и обрадоваться, что все-таки происходят у тебя эти процессы, потому что наши углеродные тела – это тела, которые очень быстро стареют и изнашиваются. А те тела, которые у нас постепенно трансформируются изнутри, то есть кремниевые тела, эти тела, они более выносливые. Они могут уже, ну, даже кушать уже можно ту еду, которую нельзя было кушать углеродному телу. Потому что оно, ну, у него были другие программы. Так что есть такая выгодная сторона. Так что будем терпеть и радоваться, что нас трансформирует. Даже те, кто об этом вообще, может, сегодня первый раз услышал. Ну все, пока, до следующих встреч.